Всем привет, ребятки, с вами Максим, и очередной эпизод видеопрохождения God of War 3 на PlayStation 4. Продолжается наша месть. Написали, что осталось одолеть лишь Зевса, и все, эта месть будет завершена. Но я не думаю, что все так скоро кончится. Что, неужели один единственный босс и готово? В прошлом видео мы получили способность открывать подобные двери, кулак туда вставлять, охлаждать этот замочек и проходить. Так, здесь нужна суперспособность. Суперспособность с ботиночками нашими. Давай, давай, Кратос, наверх, наверх забирайся. Чтоб тебя, ну-ка, попробую напротив встать. Вот, тогда забираюсь. Супер. Использую по-прежнему бич Немезиды в качестве основного оружия. Собираю души, чтобы, возможно, прокачать остальные виды, в том числе клинки Афины, до максимума. Не является основной задачей. Что тут у нас за письмена? Зевс потребовал создать узилище еще для одного пленника. Встретившись с судьями Аида, я чувствую лишь жалость к бедной душе, которая будет там томиться. Я бы хотел, чтобы несчастные души обрели свободу, прежде чем падет цепь. Дедал, но... Дедал-то сам находится в состоянии закованного пленника. Правильно. Вот и еще одна кунсткамера фактически для него была приготовлена. Пополняю запас здоровья, так как в предыдущем видосике я его истерял. Кто здесь? Вот он, Дедал. Мой сын! Мой прекрасный Икар! Хорошо, хорошо. Ледяной дождь. Ты должен сразиться со Скорпионом. Ледяной дождь — это и есть секрет лабиринта. Чтобы спастись, мы должны собрать его. Ты молодец. Ты уже начал. Я видел, как перемещались кубы. Так вот, попав внутрь, используй дар Борея. Он позволит тебе управлять лабиринтом. Ты же... Что ты сделал с моим сыном? Мой сын! Где мой сын? Твой сын мертв, Дедал. Мой сын... Мое дитя... Нет, нет, нет! Я взял дар Аида, жидкий огонь и ледяной дождь, чтобы создать силу лабиринта. Создать силу! Создать силу! Силу созидания. Силу разрушения. Владыка богов оставил меня. Если я построю лабиринт, он обещал вернуть мне сына. Он сказал, что если взять жидкий огонь... О, мой сын, о, мое дитя. А будем ли мы добивать, а? Сына замочили, теперь пришла очередь бати. Так, по-быстрому переберемся. Значит, жидкий дождь. Как жидкий понос мы уже, вернее, это обледенение подобрали. Остался лишь огонь. Не так ли? Нет, отсюда его не достать. Может быть, пару стрел пустить ему в череп? Зачем? Да какая разница? Мы убиваем вообще всех богов. Здесь спуститься нельзя, посмотреть. Видимо, нет. Вот к тому сиянию меня влечет судьба, полагаю. Тут можно спрыгнуть. О-о-о! Не вышло с первого раза. Да с кем не бывает. Все получится. Главное, это выдержка. Главное, сила воли. Точная массука. Меня это уже начинает напрягать. Но главное здесь отточенные действия. Никаких тебе двойных прыжков. Если выпускаю крылья, то все сбивается нахрен. Раскачиваюсь с одной штуки, перепрыгиваю на другую. Вот здесь, наверное, уже можно выпускать крылья. Да, спокойно долетел. Прошу. Вроде бы не особенно мощная полоса препятствий, но я почему-то чувствовал боль.
Лабиринт перестраивается. Кубы крутятся. Бабло мутится. Что-то там неясно не происходит. Этот черт кричит. Видимо, о потере своего сына. Продолжает сожалеть. Нам плевать совершенно на его невзгоды и неудачи. Что, сейчас мы к нему придем и будем его насиловать и мучить? Да, самая крутая часть. Или сражению быть? Не, пока еще неизвестно. Мы вошли в лабиринт, его секрет пока еще не отгадали. Сейчас сражение. О, сражение начинается. Ой, ой, черти мощные. Ничего не скажешь. Но мы им противостоим. Ой-ой-ой, отпрыгиваем. Бич немезиды справится с ними в мгновение. Так, тихо. Спокойно, размахались здесь. Черти, ой-ой-ой. Какие же вы опасные. А, ну-ка, он у них определенное количество жизней. С расстояния безопасного вбьем нашим бичом. С одним уже можно кончать. Раздолбили его. Ой-ой-ой-ой. Большой черт, большой. Ой, не люблю я таких соперников. Они мне постоянно на нервы действуют. Бьют меня и ранят. Здесь какая-то комнатка маленькая, заметил. Ну-ка. Сдалека пытаюсь что-то тут вытворить. О, одной головы уже можно лишать. Это создание вонючее. Так? Или нет, им можно управлять, да, чтобы еще больше зверей положить. Напутал я этого противника с другим подобным же, где нужно было, блин, множество усилий применять. Эта собакен еще не сдохла, поэтому можно немножечко выпускать свою ярость. А, все, голову на отсечение. Блин, Кратос упал с собаки, да ё-моё, не контролирую себя. Черт, куча мертвых противников практически, готовых получить финальный дамаг, а я только на них жизни порастратил. Да зачем мне эти дрянные собачонки? Пошли вон, уродцы. Да, потерял достаточное количество жизни, не на чем практически, на пустом месте. Последний бугай остался, и он меня хочет ранить. Посмотри-ка, какой стойкий, какой мощный. Ни на секунду не даем ему расслабиться. Нет, все-таки свою булаву кидает в меня. Последний удар наносим. Опять количество жизней не воодушевляет. Идем, здесь можно поживиться. О, жизненной энергией, самое то. Магию не использовал в предыдущей схватке, поэтому ящик сейчас бесполезен. Идем далее. Как-то это не очень похоже на головоломку. Ощущение, будто есть рычаг, который нужно один раз дернуть, и все у тебя сработает. Взлетит на воздух, откроется и так далее. Глаз Горгоны за номером 3 получил. Жертва была принята, а это значит, что улучшение здоровья будет происходить прямо сейчас. Вот у нас здоровье и предметы сравнялись, а магия все еще на первом месте. Может, еще что здесь обнаружу, найду? Какие-нибудь скрытые сундуки? Нет, есть ключ. Нажму, посмотрю, что куда вертится. О, как интересно. Заработало, можно сказать. Там вижу ящики. Два хороших, приятных ящика. И еще... Ой, меня сейчас жарить будет! Хм. Очень странная ловушка моментально прожаривает Кратоса. То есть не дает никаких шансов. Но это значит, что придется в два захода действовать, чтобы открыть ящики, собрать все души и еще что-нибудь клевое из вот этого запретного ящика. Здесь всего лишь души, никаких тебе предметов. Давай,
Соберем еще больше душ, чтобы потратить их на что-нибудь крутое. Давай посмотрим, что можно прокачать. Пускай это будут клинки изгнанника, так и будет. Соглашусь с людьми в комментариях. Возможно, мне хватит сейчас душ для прокачки до последнего уровня. Ни хрена, 10 тысяч, а у меня 9. Ну, совсем немного. Я вижу, я знаю, как нужно действовать. Вот это сетчатая область. Специальная решетка здесь неспроста. Давай, Кратос, быстрее двигайся. О, о, все, не успела меня прожарить. Это штукенция. А сейчас, наверное, нужно прыгнуть правее. Да, вон, справа. Когда начнется схождение этих ловушек, то нужно прыгнуть правее. О, отличное время. Отличное место. Так, а как дальше? Вот, впереди. Впереди нужно туда запрыгнуть. Но для начала необходимо дождаться спокойствия, так сказать. О, теперь можно будет идти. Супер. Там рычаг. Сверху такое ощущение, будто что-то было. Супер, вот и рычаг. Дергаем. Может быть, деактивируются все эти ловушки? Или дверь откроется? Не похоже это на особенно сложный лабиринт. Прыгни туда, заберись сюда. Ничего опасного. Кажется, ловушки сами по себе деактивировались, и можно было не париться по поводу ящиков и собирать их прямо сейчас. Кратос как мешок с говном упал лицом вниз. Ну, он же бог, может себе подобное позволить хоть иногда. Не нравится мне этот мост. Двигаюсь побыстрее. Хотя бы здесь двери открываются вполне спокойно. Вон там вижу ножки. Ножки нужно использовать, поработать немножечко. Дай-ка подергать. Подожди-ка, нет, здесь дергать ничего не нужно. Пока я не знаю, куда эту штуку перемещать. Но постой, все-таки воспользуюсь подсказкой. Посмотрю, что здесь и как. А, пока не пробраться, видимо, сначала нужно куда-то перемещать, потом уж пробираться. Ага, теперь я понял. Вот эту штуку нужно переместить вот туда. Как это сделать? Давай перевернем тут опять градусом на 90. Что-нибудь. О, упало. Ну, теперь-то нормально. И еще один ключ есть. Можно перевернуть еще раз на 90 градусов, то есть обратно. Но прежде всего, думаю, вот туда надо забраться. А не получается, не получается у Кратоса. Не такой он всемогущий бог. Думаю, может, сундуки какие-то или еще что будет. Не, ну-ка, а попробую все-таки осветить себе путь. Вот, мало ли, а, не, ничего тут нет. Все, можно использовать второй ключ. Но как-то физика работает в своем мирке, видите? Вместо того, чтобы грохнуться, эта штука как-то на 90 градусов переместилась забавно. Тут нам не нужны ни жизни, ни мана. Двигаемся далее. Вполне возможно, что какой-то сундук упустил. Да и черт с ним. Впереди явно будет испытание не из легких. Ну, нормальной драки что здесь? Не ожидать? Очень жалко. Сразу использовал ключ. Ну да, механизм какой-то. Вот, вот и драка. Вот и драка. Желал драки? Получай. Так. Ой, ох ты, ёлки-палки. Использовал свой суперудар. Все тут хотят гореть. Все хотят умирать. Два минотавра, я полагаю. Да, давай, еще раз давай, супер удар использую. Побыстрее нужно с ними покончить. Вон у них уже все загорается. Подбираю этих солдат. А, не получилось. Ух ты, нифига себе, шипы! Да идите ж вы нахрен. Такое я не заказывал на свое празднование. Ох, нифига. Как тут? Я сдох. Моментально сдох. Надоело дохнуть. Тактика следующая. Максимально избегаю влияния самых шипов.
максимально избегаю влияния шипу. Все. Вот и вся моя тактика. Мне кажется, она гениальна и изначально, и не требует каких-то додумок или доработок. Вы видели? Те противники, которые попадают под действие, под поражающее действие этих самых шипов, мрут моментально. Хоть в этом как-то плюс есть. Минотавроподобное чмо. Нужно быстрее обезглавить или что-то... Ой, не вышло! Ой, чуть на шипы сам не упал. Ладно, я думаю, он под действием обычных ударов сдохнет раньше. Вообще, да ой, 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 черт. Гарпий успел схватить за ножки, пока шипы на всей арене, по всей плоскости не прошлись. Моих противников не замочили. Супер. Продолжается бой, а вы что думали? Все, на этом покончил с врагами. Не тут-то было. Уже магию совсем не стесняюсь использовать на полную амплитуду. Давай, Кратос, разрывай. Добивательные техники я решил, что не буду использовать. Не выходит, потому что пока пытаюсь добивать, как раз таки происходит действие шипов. И дохну я. Блин, больно. Использую супер удар. Всю самую супер мощную технику, чтобы хоть немножечко как-то разбавить весь этот наплыв ярости. Так, супер техника кончилась. Осталась магия. И ее не гнушаюсь использовать вновь и вновь. Ой-ой-ой-ой, Гарпия. Я поймал ее. Поймал. Но эти летающие колдуны не оставляют меня в покое, не так ли? Давай, комната опять перемещается на 90 градусов. Ворота открываются некоторые. Че, осталось добить соперников? Ой-ой-ой-ой-ой. Какие-то мутки происходят у меня в голове. Неужели на этом все? Ну, то есть, вот с тремя покончу и готово. Но это не может не радовать. Можно было бы этих тварей в балахонах как-то, наверное, избежать. Пойти вон в открытые двери и все. Но меня-то учили делать до конца, завершать свои задачи. Жестокое убийство. Совсем немного осталось. Раскромсать их, и все. Последняя тварь. Замочил и... Нет, еще пока не замочил. Еще пока держится. Смотрите, у него голые сиськи, мне показалось. Получил какое-то количество душ. Давайте теперь клинки изгнанника прокачаю на полную. Неизвестно, зачем это мне, но раз просят в комментариях, то о, пожалуйста. Несмотря на то, что использую как раз-таки бич Немезиды на полную, прокачал и клинки изгнанника, бывшие клинки Афины, я полагаю. Можно поживиться как здоровьем, так и энергией. Этим и воспользуюсь. И пойду далее. Что там впереди будет? Какой-то бой? Тяжелый? Или... Чё вообще происходит сейчас? Может быть, нужно использовать... Да! Пандора? Что он сделал? Он запретил мне говорить с тобой. Если я нарушу запрет, он сделает с тобой то же, что и с моим отцом. Никогда. Он сказал, что убьет тебя. Он не сможет. Надо уходить отсюда. Идем. Я покажу тебе дорогу. Теперь мы будем с девочкой тусоваться. Красота! Я пытаюсь разбить эти творения шикарные и достать оттуда души не получается. Что за ерунда происходит-то? А куда нам выбираться нужно? Вперед или назад? Самое главное, девочка у нас. Теперь нужно открыть ящик. Так, подожди, тут подсветить нужно. Взять предмет. Это у нас глаз Горгоны. Еще два и увеличится запас здоровья. Кратос, помоги подняться. Поднять ее. А сама?
Вон, видишь, цепь какая-то есть. Могла бы попытаться хотя бы. Нет, сразу видит мощного лысого мужика. Помоги ей. Ай, берегись, Кратос. А то я не вижу, что опасность подстерегает тут на каждом углу нас. Пандора никак мне не поможет. Нифига себе! Нифига! Чуть мой дух не сломила. Пандора в бою, я так понимаю, вообще никакой помощи не оказывает, да? Ни пассивной, ни активной. Могла бы хоть подбодрить нас. Да блин, в свой хвост сжимает мерзкое бабище. Тебе уже пора дохнуть. Давай ее голову используем, чтобы окаменелость вызвать в сердцах наших врагов. Давай, голову на отсечение. Опачки. Теперь раскрошим. Еще две штуки. Что-то я как-то такого не ожидал. Поворота. Использую магию по-черному. Хоть наш Кратос и не колдун. Интересно, а ее головушка сможет ли вызвать окаменелость? Головушка медузы вызовет окаменелость у другой медузы? Да! Или нет? Да! Смотри, как круто! Используем одну медузу, чтобы завалить другую. Ой, это Пандора. Хотя бы может уклоняться от моих техник-то. Божественных техник, которые летят прямо в глаз. Больше нет ни ящиком, ничего здесь. Но есть вон какой-то рычажок. Его мы подергаем. Мужики часто дергают свои рычажки. Наступила на кнопочку. Открылись ворота. Здесь ключ есть. Комната повернулась. О, как страшно! Вон еще один рычажок. Ой, так тут нужно побыстрее действовать. Времени не особо-то много. О, нифига! Времени реально немного. Да, Кратос. Сейчас спасет тебя Кратос, наверное. Сука. Или что? Да ты же уже выбралась. Я видел анимацию того, как ты выбиралась. Что за дерьмо? Да блин, Кратос. Двигайся ты скорее. Я абсолютно точно уверен, что я видел анимацию, как она выбиралась. Да спрыгивай ты уже. Ну все, стук сердца вроде прекратился. Еще один ящик с душами. Ты смотри, как их много тут понарасставили. Ага, а теперь-то что? Этот рычажок уже не дернуть. Туда не побежать. А, давай на руки ее возьмем. И куда? А, вот сюда забрось. Да блин, тихо, стопэ. Вот туда иди. Забросили девку. Открывай нам следующие врата. И, не знаю, да придет месть моя или типа того. Вы только что видели эффекты исключительно ремастерит версии с тенью. Волшебство нахрен с тенью. Забираемся куда повыше. И Пандора попала в ловушку. Помогите! Чё ты нахрен? Тут сколько уже времени прошло, а единственное, что ты делаешь толковое, это кричишь «Помогите!» Кратос, спаси меня! Кратос тебя вызволил. Ох, ой, я на шипы точеные нечаянно наткнулся. С кем не бывает. Да зачем ты кричишь? Я вижу тебя прекрасно, слышу. Что такое? Твой бассейн начинает наполняться водичкой? Ну да круто же! Давай спасем ее.
Только как? Нам нужно разрушить что-то или... Не, вот цепляюсь за все эти сетчатые поверхности, значит, нужно туда двигаться. Увы, этот куб разрушить не получится нинейским цестусом по какой-то нелепой причине, даже не знаю, чем дело. Но забираюсь... О, ключ! Наверняка он отключит эту ловушку. А ни хрена подобного, ключ лишь развернул нас градусов на много. Ой, там внизу была какая-то смерть, кажется. Куда теперь? Право. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой! Поднимается. Вот, здесь можно покрутить за рычажок. Она там что, дохнет потихонечку? Начинает замерзать? Или все нормально? Ничего нормального сейчас не вижу. Задействовал некий ключ. Опять все перевернулось с ног на голову. О, наконец-то контейнер треснул. Вода ушла, Пандора... выжила? Возьмем ее на руки. Все хорошо. Готова. Сюда. Готова. Ты готова, да? К дальнейшим путешествиям. Какая-то нелегкая у нее судьба. И знаете, чем она разрешится, наверняка узнаем в следующий раз. А пока что пишите комментарии, ставьте лайки. С вами был Максим. Всем спасибо за просмотр.